Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я покажу вам, как приготовить курицу по-индийски. Для этого блюда нам потребуется филе куриной грудки, подсолнечное масло, кукурузная мука и специи, соль, перец, сушеный имбирь, гарам масала, набор специй, сушеная паприка, асафетида, куркума и сушеный кориандр. Для начала мы нарежем курицу на маленькие кусочки. Нарезанную курицу мы посолили и поперчили. Немножечко ее перемешаем и оставим в сторонке. А теперь в мисочку смешаем все наши специи и муку. Итак, мы смешали с мукой все наши специи, теперь перемешаем и будем курочку обваливать в специях и в муке, а затем обжаривать на масле. Теперь обжарим нашу курочку на масле. Жарим курицу 10-12 минут. Каждые 3 минуты переворачивая кусочки. Обжаренную курочку выложим на бумажное полотенце, чтобы убрать излишний жир. В Индии часто это блюдо сервируют сырым луком и овощами. Вот такая красота у нас получилась. На гарнир можно подать рис отварной. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик. Будет еще много интересного. Всем пока!